Вот так вот выглядит гармонь с хранения. С виду корпус красивый. Сохранность у нее хорошая, блестит. Гармонь якобы новая. Всю жизнь пролежала в коробке. На ней не играли. Ну вот они. Время ее все равно не пощадило. Что мы здесь видим? Мы видим залоги в ужасном состоянии. От времени. Естественно, они не работают. И звука в гармонии быть не может. Вот вроде бы новое, хорошее. Но лечится это все снятием каждого голоса. Заменой лайки. Практически всю лайку нужно менять. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Снимем резонатор. Наверняка внутри точно такая же ситуация. Потому как по-другому быть как бы не может. Вот здесь мы видим. Уплотнение вроде бы нормальное на первый взгляд. Вроде бы все хорошо. Смотрим вовнутрь. Вот залоги, вот залоги. Эта кожа не работает. Также видим. Голоса грязные. Ржавчина. Все-таки влагу где-то когда-то инструмент схватывал. Ржавчина на голосах, она тоже дает негативное влияние на звук. Это что касаемо этого резонатора. Давайте посмотрим на другой. Здесь получше. Но как бы ситуация все равно тоже. Вот она лайка, оттопырившаяся, которая не работает. Вот. Это все снимается, чистится, удаляется ржавчина. Кстати, резонатор стоял плотно, хорошо. Не видно, что здесь был подсос воздуха. Вот такая вот гармонь. Давайте посмотрим на клапана, в каком они состоянии. Откроем решеточку. О. Видим. 17.12.2020 года, Пятигорск. Грохот какой. Соответственно, материал клапанов под замену, чтобы не было щелчков, хлопков во время игры. Материал на клапанах тоже придется менять. Все, приступаем к работе. Ну вот я начал разбирать голоса, снимать с резонатора. Вот такую картинку мы видим. Голоса, вот обратите внимание, так как были приклеены на воск, видимо, не сильно хорошо было залито, держались-то они крепко. Но дело в том, что в некоторых местах воск настолько близко к лайке. Мало того, что лайка, вот она никакая, она дубовая. Быть может, вот то ли глицерином помазали, то ли еще каким-нибудь маслом, не могу понять.
Может, кто-то пытался его все-таки восстановить. Но решается это дело только заменой. Такая лайка не работает. Следовательно, гармонь играть не будет. И вот такая же ситуация наверняка и с другой стороны резонатора. Там я еще не снимал, снял просто всего лишь лайку. Вот. Хотелось бы показать ржавчину вот под лайкой, видите? Это соответственно ни о каком нормальном звуке речи быть и не может. В общем, работа продолжается, работа кипит, есть над чем работать. Продолжаем работу с голосами. Гармошечка Кубань. Вот голоса почищены, сняты с резонатора. Вот в таком состоянии. Чистенькие, аккуратненькие. Все ненужное, лишнее снято, очищено. Будем клеить лайку и набирать в резонатор. Гармонь Кубань армавирской фабрики после капитального ремонта и маленькой легкой модернизации. Компрессия присутствует. Установлены крепления под ремни, под двойные. Произведена настройка, чистка голосов.